Всем привет, мои дорогие! С вами Клонова Аня, и это пустые баночки. Ну, как обычно, на чем я буду останавливаться мельком, это значит, они у меня постоянно в пустых баночках. Итак, стевия. Ну, конечно, куча стевии. Тут и коробочки, и все они полные, как вы видите. Артикул 156-77. Это у нас идет сахарозаменитель. Очень классный сахарозаменитель. Далее куча батончиков. Не буду перечислять их уже артикулы, потому что их действительно очень много. Видите, на такой скрепочке. Привет, я правильная ПП. Ну, это все ПП, без сахара идет. Дальше мы очень полюбили фруктовые салаты. И вот эти шоколадки, которых, кстати, почему-то не особо есть на складе. Темный вот шоколад, молочный шоколад. А поэтому артикулы говорить не буду. Их реально куда-то они на складе делись. Я их натираю сейчас в различные фруктовые салатики. Дальше Нечаев Family Club. Это мои самые-самые любимые батончики. Они очень вкусные. Артикул 16058. Коралловый кальций. Конечно же, за здоровьем нужно обязательно следить. Особенно, если есть вредные привычки. Коралловый кальций. Это минеральная композиция для кондиционирования питьевой воды. Улучшает усвоение кальция и так далее. Артикул 157.30. Дальше. Вот такая гора шоколадок. Но ее Викуся съела, конечно же, не одна, не сама. У нас традиция. Она шоколад открывает, всех угощает. Маму, папу, дедушку, бабушку, няню свою. Ну и ей чуть-чуть остается. Дай бог два пролета, если остается. Она, конечно, очень расстраивается, но мы учим ее не жадничать. Она любит шоколад молочный с кокосом и нони. Его сейчас тоже что-то нет на складе. Артикул 16057. Очень, конечно, жаль. Ну, вот столько шоколада у нас, конечно, накопилось месяца за два, наверное. Есть что-то мы тоже во фруктовый салат добавляли. Это именно шоколад на меду. Если тот предыдущий был без сахара, то это на меду. Вот, кстати, таких конфет тоже уже нет на складе. Мы их все едим и едим. Артикул 160-66. Они очень красивые. Вот эти есть на складе. Тоже их частенько заказываем. Тут Викуся так не очень красиво порвала. Это ассорти темного и молочного шоколада. Очень нам нравится. Всегда, когда приходят гости, я всегда выкладываю такой шоколад на стол. Это правильный шоколад. Идет без сахара. Артикул 160-74. Ну и кучка детского шоколада. Тигрушки. Тут такие классные вкладыши. Вика их любит потом разукрашивать еще. Вдобавок, артикул 160-94. Что-то она тут разукрашивает, вырезает. Это шоколад тоже без сахара. 160-95. Классный, классный. К сожалению, на складе больше майонеза нет. И, если честно, я вот, знаете, вот сейчас, только сейчас почувствовала разницу. Потому что, когда я делала салат под шубой, свой любимый салат, который я начала есть и после того, как в компании Faberlic вообще появился майонез, я начала есть снова салаты на майонезе. И мне стало очень тяжело в желудке, потому что в обычном майонезе там и сахар, и куча всего, а я от этого отвыкла, и это очень тяжело получилось. Вот я очень жду, время от времени посматриваю, но его убрали. Артикул 160-21, наверное, какие-то перебои из-за санкций с ингредиентами или еще с чем-то, я не знаю. Но вот пока вот нету. Соуса я, честно скажу вам, заказала очень много. Все-таки любимый у всех классический. Классический, он сейчас по распродаже. 160-50 артикул. И шашлычный 160-51. Классные соусы. Классического не было, перешли на шашлычный. В принципе, у меня даже с него желудок не болит. Да, вот как с обычных соусов. Далее кофе. Доброе утро. Это кофе, где больше кофеина. Очень вкусный кофе. Артикул 160-48. И кофе «Добрый день». Он идет не просто растворимый, а в перемешку с молотым. У него есть такой небольшой осадочек. Артикул 160-49. У него идет мягкая, легкая бодрость. Она достигается благодаря уникальному балансу кофеина и других веществ в составе зерна. Поэтому этот кофе более такой мягкий, и если вы его попьете на ночь, то, ну, грубо говоря, вы уснете. А вот кофе «Доброе утро», он слишком уже бодрящий. Так, дальше с вами побежали. Тут такая вот у меня кучка мала всяких различных пакетиков. Конечно же, чай антистресс. Я начала пить антистресс, потому что, ой, ну, честно сказать, бизнес на плаву, все отлично, замечательно, но у нас откололась рабочая сторона Украины, что тоже очень-очень жаль. Девчонки работали, старались, вот не знаю, что теперь будет, вообще ничего не в курсе, ничего не знаю. Ну и плюс ко всему,
все равно переходим на новые реалии, поэтому антистресс мне тут очень пригодился. Артикул 156-67. Так, дальше, значит, влажные салфетки для снятия макияжа. Знаете, не могу сказать, что они мне понравились. 02-87. Пользовалась их в поезде. Вот как-то второго раза желание не стало заказывать. Вот как-то пропало. Как-то не так. Они, может быть, не так сильно пропитаны, не так хорошо убирают макияж. Проще достать мицеллярную воду, ватные диски и протереть свое лицо спокойно. Вот влажные матирующие салфетки, эта штука классная. Они действительно надолго освежают, они действительно не сушат. Еще идут противовоспалительные 08-78. Вот эта штука классная. Мыло, ну, знаете, красивое, вкусно пахнущее мыло. Действительно, с очень приятным таким ароматом. 60 грамм понравилось, но оно обычное. Ничего прям в нем суперского нет, просто в форме сердечка, реально прикольно кому-то дарить. 26-62. Дневных, ночных прохладах закончилась целая куча, но не дошла до пустышек, потому что сейчас Катюшка свои пустые баночки у себя там выкидывает, она их не снимает. Значит, артикул 112-89. Дальше, шелковистые носки, две пары, всем рекомендую. Как появится в наличии, еще возьму штук 20. Вот честное слово, классно. Ношу я, свекровь, дочка. Очень удобно их надевать с брюками и каблуками, то есть деловые брюки, каблучки и вот капроновые носочки. Реально прикольная штучка. Так, артикула я не вижу, скорее всего, он был на упаковке, но я думаю, что можно артикул во время монтажа можно найти и подписать, если они вообще есть на складе. Далее, концентрат для похудения, 14 порций. Никак не могу его пропить целый месяц, вот как вот тут рекомендуется, 157-15, но чай реально вкусный, чай реально классный. Далее, иммунити, травяной сбор, это у меня пьет свекровь, она кайфует, ей нравится, 157-70. Состав тут тоже обалденный, и эхиноцея, и чабрец, земляника, ромашка, шалфей, календула, зверобой, иван-чай и березовые почки. Ну, действительно, прям иммунити. Губка ластик. Тут две штучки было. Честно сказать, хорошая губка. Это обычная губка ластик. Ей реально круто, удобно очень припираться. Особенно вот в тазик воды налил и пошел. Действительно. Можно чистить все. Обувь, одежду, мебель. Она такая гладкая, приятная и бережная получается очисточка. Ну и, конечно, влажные салфетки. Куда же без них. 50 штук в составе. Очень их люблю. 17,98. 179,8. Дальше у нас пошли чаи. Ну, вот этот гречишный чай с вишней, ну, вот кроме свекрови, наверное, никто не пил. Никому он не понравился особо. Ну, это, конечно, на любителя. 160-90. Ну, мне неприятно этот чай, мне невкусно. Дальше с кусочками имбиря и медом чай. Это пьет свекр. Чай черный, свекр. Ему нравится. Он сказал, зашибись, супер пробирает. Классно, он еще покрепче любит. 160-0,36. Но кто меня давно смотрит, все знают, что я имбирь не очень люблю. Каша мультизлаковая с земляникой и кокосом. В составе идет полба, бамбуковая клетчатка, кокос и земляника. Очень полезная штука и действительно вкусная. 161-12. Каши мне понравились, но мы их делаем на молоке. Далее, ройбуш ванильный с шалфеем и стевией. Знаете, без сахара такой сладковатый чай. Реально пьется самостоятельно хорошо. 20 пакетиков, 40 грамм, 20 пакетиков по 2 грамма. Артикул 160-0,10. В принципе, прикольная штучка. 16-0,10. Маленько с артикула попутала. Далее, апельсиновые тропики с каркаде и хинецей. Это у меня пьет свекровь. Я такой чай не очень-то люблю. И я в последнее время что-то вообще чай себе перестала заваривать. Все на кофе сижу. Надо будет перейти обратно на чай. 160-14. Маме он нравится. Говорит, что вкусный, реально вкусный. Ну, понятно, апельсин, каркаде. Ну, вкусный, да, вкусный, прикольный, насыщенный чай. Ну, и вот этот чабрец с кардамоном и экстрактом каштана я попивала. Артикул 160-12. Чай реально прикольный. Дальше, конечно же, пойдем по здоровью. Омега-3,6,9. Именно 3,6,9, 157,22. Ну, она у нас как закончится, мы уже перейдем на Омегу Форте. Ну, раз уж я ее назаказывала, ну, вот три штучки закончилось, но все, что мы в поездках съедаем, мы в поездке и выкидываем. Все, что мы родителям отдаем, мы тоже как бы учет не ведем. На самом деле уходит намного больше. Далее, комплекс К2 и Д3, я на него обиделась. Когда мне его прописала врач, кушать одну с утра, одну после обеда, во время или после еды, не помню, какой у него артикул, тут наклеечка отпала. У него другой артикул, не тот, который тут написан. Вот что хочу сказать, до такой степени сильно начали расти волосы и ногти, я грешу на него.
Может быть и не он, но я грешу на него, что мне пришлось через 2 недели и ногти переделывать, и голову перекрашивать. И проходит еще 2 недели, и опять то же самое пришлось переделывать. Ну, это не смешно. Наверное, ну, у кого, может быть, есть какие-то проблемы, вот, пожалуйста, у меня проблем не было, я его начала пить, и как-то я не очень довольна этим эффектом. Далее, витамин D3, это у меня пили тут родители, ну, в принципе, они приезжали на 10 дней, родители у меня 4, свекровь, свекр, мама, папа, и они вот этот флакончик полностью выпили, 157-77. Дальше, живица, тут мы что-то все почихали, покашляли. Викуська вот у нас сейчас на интенсив, на майские праздники уехала в Москву, ну, на момент съемки видео, понятно, что оно выйдет позже. Вот все прям пили живицу, чтобы не заболеть, не разболеться. О, классная противовирусная штучка. Артикул 157-28. Я когда начала болеть, у меня начала подниматься температура 37. Я пила по 5 штук 3 раза в день. 15 штук в день. Ну, понятно. И начала всех так же поить, и все оно закончилось. Далее, Daisy Vetter. Это аромадиффузор с ротанговыми палочками. Палочки мы сейчас не заказываем, из одного в другое переставляем. Вот этот вот Daisy Vetter. Отличный аромат. К сожалению, артикула на упаковочке нет. Придется на сайте поискать. Мне понравился. Самый, наверное, нежный, самый такой классный. В целом, что скажу про них? Вот самое интересное, то, что они меняют прямо качество воздуха в самой квартире. Далее, Sakura Matcha Tea. Вот этот аромат зеленого чая. Божечки ты мой, очень приятный, очень вкусный, мне прям понравился, нежный. Black Amber, он немножечко погрубее, но тоже вкусненький, я его ставлю где-нибудь в коридорах. Сейчас у меня мандарин фреш везде стоит, но пока еще не закончился. С артикулом 1296, антистресс, вот такие вот штучки у меня закончились. Это идет для ароматического диффузора, для нашего. Ну вот диффузор вы тут можете посмотреть. Несколько капелек и аромат на всю комнату, очень сильное натуральное масло, действительно как-то помогает расслабиться, задуматься о чем-то классном, действительно хорошо. Дальше, конечно же, стирка. Это ультракондиционеры для белья. Это мои любимые, я их брала оптом. Артикул 118-53. Ну, это где-то тоже за пару месяцев, наверное, закончилось. И вот один такой еще закончился, 118-55. Я их прям оптом покупала и оптом потратила, можно сказать. Далее, пятновыводитель кислородный экстра Окси. Идет с артикулом 327, 500 грамм. Это германский пятновыводитель. Он идет таким порошочком, и там идет мерная ложечка. Нравится, все время им пользуюсь на постоянной основе. Жидкий спрей пятновыводитель, ну, хорошо спасает манжетки у воротничков, там манжетки на рукаве, носочки какие-то, попшикал и в машину кинул. А вот этот пятновыводитель мы чисто запускаем в машину, если понимаем, что там грязновато, например, белье. Мы не запускаем сначала стирку и думаем, ой, стирать или... Мы сразу его льем. Артикул 30-062. Ну, это уже прошлый век, как говорится, потому что очень много повтора в пустых баночках. С артикулом 111-63, это универсальное антибактериальное средство, закончилось мало. Обычно у меня там штук по 15 постоянно в пустышках, закончилось мало, его не было в наличии, вот он сейчас появился. Были перебои, но сейчас я смотрю, компания Faberlic молодец, прямо, несмотря на все санкции, находит лазейки для того, чтобы не уменьшать ассортимент продукта и не наценять его круто и дорого. Дальше, гель для стирки для цветного белья 118-43. Раз, два. Концентрированный гель для стирки белого белья 118-42. Раз, два, три. Концентрированный гель для деликатного 118-40, конечно же. И поехали-те с вами, так как у нас дочка ночью уплывает. У нас очень много вот таких пустышек. Концентрированный гель для стирки детского белья, дерматологически протестирован, имеет гипоаллергенную отошку, без красителей. Действительно, у него очень легкий аромат, он густой, классный, качественный. Артикул 115-15. Классная штучка. Дальше вот такой, впервые, наверное, у нас в пустышках от BSC. Это литровый объем. Значит, эти, если все по 500 мл, то этот объем именно литровый. Артикул 8008, концентрированное средство для стирки и кондиционер для белья 2 в одном. Но вот как кондиционер для белья, мы его не поняли. Во-вторых, он очень сильно густой. В-третьих, он безумно экономный. В-четвертых, он нам действительно тоже очень понравился. Он не уступает качеству вот этим всем гелям для стирки. Реально не уступает.
уступает, прям один в один, тоже очень хорошо отстирывает. Мне нравится, но кондиционер мы подливаем. Далее, вот такая вещица, универсальный гель для очищения всех поверхностей от стойких загрязнений. У нас начали желтеть двери от старости, ну, им уже 5 лет, и там пленка такая, знаете, рельефная. Очень хорошо отмыл, отстирал, мне очень понравилось. Это универсальный гель именно от стойких загрязнений. Понравился в плане, что мы оттираем двери, мы оттираем окна им. Очень хорошо оттирается. Но прям таких вот сильных загрязнений у нас, к сожалению, в квартире нет. Вот честно скажу, вот прям на сильном-сильном загрязнении, я не знаю, у нас их нет, и как попробовать. Ну, вот так хорошо моет. Но если запустить, то будет ли хорошо так отмывать? Вот не скажу, а врать не люблю. Честно вам скажу, что врать я не люблю. Далее, такой вот концентрированный гель для стирки у нас с вами идет с артикулом 118-41 для темных тканей с функцией обновления ткани. Крем для чистки металлических поверхностей, как обычно, 111-58. Дальше идет спрей для очищения стекол и зеркал с антизапотевающим эффектом. Нравится мне, потому что не так сильно воняет, как из магазина, но все равно запах есть. Артикул 30-048. И действительно антизапотевающий эффект присутствует. Даже вот когда вытяжку на кухне мы забываем включить, окна не запотевают, что очень приятно. Средство для чистки духовок и плит. 3 штучки закончилось. Артикул 30-120. Ну, это уже наш фаворит семейный, поэтому их там куча целая мала. Далее, концентрированный гель для мытья посуды 2 в 1. 0+. Можно мыть посуду новорожденных деток с артикулом 30-099. Дальше поехали. Парочка гели для унитаза. О, кстати, гели для унитаза. Таза вообще в этот раз смешно, все три вместе. Вот этот больше не закажу. Он мне не так понравился по запаху. Он такой кисловатый все-таки у него аромат. Артикул 30-293. Вот сейчас вам точно скажу, что вот мои два фаворита, они мне больше всех нравятся. Вот этот отдает травками, хотя кислинка тоже присутствует. А вот этот вообще суперский. Но им я могу использовать только один из унитазов. У меня дома два унитаза. И один он покрасил, а второй нет. Я не знаю, может быть, от качества унитаза зависит. Потому что когда 5 лет назад мы сюда переезжали, в эту квартиру, мы, понятно, покупали подешевле. Сейчас мы купили унитаз подороже, получше, потому что вторую квартиру мы присоединили уже через 3 года к первой. И у нас получилась 7-комнатная квартира с 3 балконами, 2 санузлами, 2 ваннами. Вот, расширяется бизнес. Если постоянно работать на совесть, то, в принципе, денежки хорошая компания платит. И, конечно же, я довольна этим всем. Поэтому, конечно, растите, работайте, развивайтесь. И продукт классный. Компания супер-мега. И очередной обалденный кризис, и компания уже начала буквально за 2 месяца выплывать. Ну, посмотрим, что будет дальше. Но пока вот я прям поражаюсь стойкости компании Faberlic. Отличная компания. Значит, с артикулом 30-292 у нас для одного туалета, потому что он такой ярко-зеленый и может покрасить унитаз. Вот представляете? И с артикулом 10-898 для другого. Хвойный микс, но в конце все равно идет такой не совсем приятный аромат. Так, восстанавливающий тоник для лица с артикулом 0779. Пользуюсь я и мама. 1, 2, 3. Дальше с вами поехали. Биоосвежитель воздуха на мягкой воде. Очень нравится, очень приятный. Просто даже так воздухосвежитель. Это, наверное, мой самый любимый аквафтический. Он реально очень нежный. Артикул 10901. Вот знаете, девчонки, кто бы его не заказывал, второй раз всегда заказывают. И у них потом на них большие заказы. Вот именно на аквафтический. Он реально крутой. Он очень вкусный, он очень приятный. Так, что мне еще в руку попалось? Вот обалденно классное средство с артикулом 1897. Это эликсир глубокое восстановление для всех типов волос. Он вроде бы, знаете, такой, видите, тут на дне. Он вроде бы такой просвечивающий, жирненький. Но голова нисколечко не жирнится. Голова прям великолепная с него. И волосики такие рассыпчатые, классные. Но у него есть один минус. Если вы любите завивать кудри, то кудри разовьются после него. Но если вы любите просто феном волосы выпрямить, это для вас штучка. Поэтому попробуйте. Но много не наносите. Пожалеете, если много нанесете. Дальше. Зубная паста. Ну, знаете, паста как паста. Прикольная. Сила минералов 22-47. В меру мятная. Так, это у меня от концентрированного средства, от накипи для чайников и кофемашин. 4 ампулки, вот они такого размера, 1 ампулка на 1 применение. Она идет с артикулом 112-59, классная штука. Действительно, все хорошо убирает, отлично все убирает с первого раза. У нас тоже как бы такого нет, что там 85 слоев этой накипи, у нас такого, конечно, нет. У нас, ну, чистится все. Вот мы только заметили, что начало появляться, все, мы уже очищаем, мы не копим. Далее.
средств для посудомоечной машины закончилось, конечно же, в несколько раз больше, но я уж сюда не стала просто много выставлять. Артикул 10902. Классные? Классные. Никакой соли, ничего не добавляю, все великолепно. Дезодорант мужа, но мы переходим на трехдневный дезодорант. Он есть еще в наличии, но вот тот прям мужу в душу запал. Он говорит, тот круче, лучше, в общем, не знаю чем. Артикул 0507. У того, конечно, не мужской аромат, ну и не женский, там унисекс такой обычный. Но он хочет перейти на тот, потому что иногда в поездках вот этот, когда едешь, допустим, двое суток в поезде, ну не совсем удобен, потому что у него действие 24 часа, у того все-таки трое суток, и на дольше его хватает. Он любит именно спрей. Он терпеть ненавидит шариковые, роликовые дезодоранты и так далее. Вот у меня, например, такой вот для крем. Он мне очень нравится. Я его как-то заказала 5 штук по акции. Он бесконечный. Одну штучку у меня Катя унесла. 4 осталось еще в запасниках. Вот кто мне все время говорит, куда вы деваете свои склады. Складирую. По 4 штуки порой складирую. Артикул 8648. Отличный. Прям попробуйте. Мне понравился. Универсальный крем с аргинином. Ну, это вообще штука крутая. 1279 артикул. Про него я не буду говорить. Он у меня в каждых пустых баночках. Он делает все. Потому что содержит биоактивную формулу аргинина и комплекс натуральных экстрактов. Экстракт имбиря, каштан, донни, подорожник. Восстанавливает, улучшает защитную реакцию кожи и не только, и под кожу. А вот ребенок стукнулся, намазали, уже синяк будет меньше. Но мазать надо в течение 15 минут несколько раз. То есть один раз помажете, ну маловато будет. Далее, гель для душа Антона Венде Авантюрс. Старинный аромат компании Faberlic. Классика, можно сказать. Видите, какой он густой. Вот еле-еле-еле, вот тут на кончике течет. Классный, аромат свежий, прикольный, притягательный, свежий такой. 84-21 артикул. Далее, гель для бритья у нас с вами идет. Это любимый гель для бритья свекра и у Антона. Когда его не было в наличии, они оба страдали, потому что они к нему привыкли. Это прозрачный гель, который не оставляет шанса срезать там ни одну неровность, ни одну родинку, травмироваться каким-либо образом. Классный гель и еще плюс ухаживающий. Артикул 81-47. Они почему-то даже после него кремом никаким не мажут. Дальше, значит, шампунь против перхоти с перитионом цинка. 2 штучки. Зеленый чай, контроль над жирностью, 13.03. Шампунь мужа. А вот это, кстати, новая, абсолютно новая пустышка. Питательный шампунь для сухих и ломких волос. Артикул 0193. Ну что могу сказать? Бинго. Крутой шампунь. Классный объем. Хватает, но очень долго. Классная штука. Дочке моей он не понравился, но у нее и голова жирная. Она говорит, у меня на следующий день голова жирная. Я говорю, Кать, если он для сухих и ломких, зачем ты им помыла? Она говорит, ой, я не посмотрела. Потому что у всех одинакового цвета колпачок и так далее. Она схватила, думала, что это ее. А это был не ее. Ну, зато мы теперь точно знаем, что шампунь реально не просто подписано, а целенаправленно действует. А далее, восстанавливающий шампунь для поврежденных волос, тоже бинго. Отлично промывает голову, отлично принимает любые маски, не только своей линейки, но и любые маски. Вот это тоже как бы классно. 0192 артикул. Дальше вот такой бальзам. Двойное питание. Он был по распродаже. Я его нахватала побольше. Сейчас шампунь еще по распродаже вот этой же линейки. Технология зимняя терапия. Артикул 7782. Тоже по 133 рубля. Ну круто. Я взяла 10 штучек, потому что мне, маме, Кате, всем троим голову... Ну, он быстро у нас закончится. Двойное питание. Это зима. Настоящее испытание для волос и так далее. Но что он делает? Он делает волосы мягкими, блестящими, облегчает расчесывание, все, да-да-да. Оказывает увлажняющее действие, способствует защите от низких температур, ну, да-да-да, ветра, сухого воздуха в помещениях. Поэтому нормальный шампунь, нормальный бальзам. Вот прямо вот, вот эта линейка мне очень понравилась. Далее, морожка, тоже впервые у меня в пустых баночках, восстанавливающий бальзам для поврежденных волос. Действительно хороший бальзам. 1-3 минуты держишь, кайфуешь от приятного аромата. Нравится то, что действие 1-3 минуты. Я его нанесла, и после этого мылюсь, смываюсь, и потом второй раз мылюсь, и потом все вместе смываюсь. 0196. Прикольный. Очень нравится аромат. Вот аромат действительно прям прикольный, очень классный. Далее, шампунь питательный для всех типов волос. У нас с вами получается ценное масло. Больше не возьму, все-таки утяжеляет он волосы немножко. Мне не понравилось. У меня волосы густые и тонкие. И из-за того, что они густые и тонкие, они утяжеляются и получается, ну, билиберда, если честно. 82.10. Но хороший шампунь. Вот хороший шампунь. Очень действительно прям суперский, очень хорошо питает. Вот это
эта линейка, она облегчает волосы. Они такие пушистые, они такие воздушные. Это новинка в моих пустышках, можно так сказать. Запах такой кисленький, приятненький, пенится хорошо. Все прямо идеально. Но вот от этой линейки у меня создалось впечатление. Ну вот знаете, у меня сами по себе волосы раньше вились хотя бы немножко. Но после более чем 10 лет обесцвечивания моей головы, ну что я вам скажу, у меня пахли вместо волос. И, конечно, сложно оценить шампунь для кудрявых и волнистых волос с паклями на голове. Ну, будем откровенны. И получается такой вот тут как раз момент, что если где-то в начале они такие пышные, легкие, воздушные, то концы, вот эти пережженки, они же уже не вьются. И получается такая пышная лохматая масса. Он действительно работает на кудрявых. Я так сделала вывод, что он действительно, эта линейка работает на кудрявых. Но не так работает, как надо мне, потому что это не для меня вот эта линейка просто. Значит, шампунь 0996. Он мягко очищает волосы действительно хорошо, придает им ухоженный вид, делает локоны красиво очерченными, ну, может быть, и да, не могу сказать, что нет, 250 мл. И бальзам предназначен для создания красиво очерченных аккуратных локонов, ну, может быть, и да. Ухаживает, питает тоже хорошо, здорово. Бальзам артикул 0997, ну, как бы рекомендую, да, рекомендую, действительно, обратите внимание, но кудрявые девушки. Дальше, значит, мыло для кухни, устраняющее запахи, мягко, эффективно моет, не раздражает, не сушит кожу рук, вот сушит немножко, чуть-чуть, слегка. Артикул 112.13, клевое мыло, действительно убивает все запахи на повал, что в принципе нам и нужно в этой жизни. Зубная паста, мгновенное снижение чувствительности, моя любовь, 16.57, каждый раз в пустышках, поэтому уже не буду вам ее показывать. Дальше, почти тоже каждый раз в пустышках, шампунь-бальзам, это любимый шампунь свекрови, 77.81. Вот это, не знаю, есть оно, нет в наличии, но появился более классный шампунь-скраб для глубокого очищения волос и кожи головы, поэтому я перешла на него и просто расходовала остатки. 83.51. Ну, классный шампунь, много раз про него рассказывала, поэтому тоже не буду останавливаться. Мамин дневной крем-лифтинг. Дневной крем-лифтинг каскадного действия. Активирует 14 генов красоты. Артикул 0758. Это мамин. Он идет 60+. Матриджиник 60+. Так, дальше. Ну, тоже хорошо работает. Ну, мы бы столько его много не заказывали, если бы он нам не нравился. Ну, понятно, если он в каждой пустышке, значит, реально работает. Так, дальше. Мицеллярная вода для снятия макияжа 0831. Каждый раз в моих пустышках. Вот такой шампунь. Blond Icon. Ну, он у меня тут форму немножко потерял. 2710. Отлично. Просто спасение для меня во всех поездках. Особенно там, где солнце. Просто вот освежает волосы, нейтрализует желтизну. Просто шикарно. Прям вот всем рекомендую. Даже брюнетки им, оказывается, пользуются. Что я чему удивилась, брюнеткам он и то подошел. Дальше, питание, восстановление, маска, бальзам для волос, тоже нравится, 27.32, каждый раз в пустышках, поэтому не буду о ней долго говорить. Очень-очень понравился концентрат, именно концентрат для чувствительной кожи, 30 мл, артикул 0585, он снижает чувствительность, обладает P-активной активностью, смягчает роговой слой, способствуя удалению отмерших клеток, увлажняет кожу, предотвращает потерю влаги, устраняет ощущение стянутости, возвращает чувство комфорта. В общем, классный крем-концентрат, время от времени заказываю, вам рекомендую, штука клевая. Действительно, кожу восстанавливает, кожа как-то лучше свежее с ним становится. Ультрапитательный бальзам для волос «Зима», тоже брала его по распродаже целую кучу. Ну, хочу сказать, мощный, сильный такой, 100 мл, но вроде бы 100 мл мало, но он экономный. Артикул 0961, вот обратите на него внимание, действительно очень-очень понравился. Маска 40+, Гардерика, артикул 0744, тоже крутая маска, это глиняная маска, после нее сушит немножко лицо. Она тоже очень часто у меня в пустышках, поэтому не буду вам с ней надоедать, как говорится. Если уж понравилось, так постоянно уже берем. Кондиционер для идеальной гладкости. Очень мне понравился, когда вот мне хочется, чтобы у меня волосы были прямые. Это супер. Питает, разглаживает волосы. Действительно хорошо. 89-72 артикул. Запах приятный, консистенция классная. Он такой, знаете, слизенький. Наносится хорошо, все идеально. Дальше. Так, крем антиакне локального действия. Артикул 0592. Наносите на прыщик, он у вас подсыхает. Тоже прикольно. Лучше 5-6 раз, если прыщик какой-то большой, огромный там и так далее. Малофтилин. Ну, от всех видов раздражения, от ожогов, укусов комаров. Просто для того, чтобы кожу подтянуть. Артикул 70912. В основном викуськи ручки мажем. Вот когда у него во время зимы бывает раздражение на руках, и тут прямо вот трескается, то он прям спаситель. Далее, маска для кожи головы и волос. Активатор густоты волос. Я вообще последнее время
очень много пользуюсь от выпадения волос, хотя я вам говорила, что прям волосы растут. Знаете почему? Потому что я их решила понаращивать. И иногда такое бывает, что я расчесываюсь, где-то выдру локон, где-то выдру волосы. Я понимаю, что я пока не умею носить нарощенные волосы, а мне было очень интересно попробовать, и я решила заранее поэкспериментировать с этими масками. Но вот пока могу сказать, что они супер классные, но прям супер мгновенный результат такой, что вы нанесете, и завтра у вас там новые волосы начнут выклевываться. Ну, это, конечно, сказки. Сказки от любого шампуня, такого не бывает. Они должны быть супер-мега-крутые, там, не знаю, какие-нибудь гормональные и так далее. Значит, Сомале, артикул 1736, она способствует проникновению активных веществ в волосяной фолликул и уплотняет волосы. Таким образом действует. Дальше, значит, бальзам против выпадения волос. Две штучки у меня закончилось. Артикул 1737 подходит для ежедневного применения. Рекомендуется для мужчин и женщин с признаками выпадения волос. Для тонких, слабых, редеющих волос он идет. У меня не тонкие, не слабые, не редеющие, но на всякий случай. Далее, бальзам для объема и роста волос. 2632 артикул. Но тут наклейка была, скорее всего, артикул неверный. Но что хочется сказать, не понравился он мне. Не то, что мне нужно. Он не допитывает мои волосы. Все у них как бы не так, как нужно. И я еще потом пользуюсь бальзамом после него. Он мне реально не подошел. Далее, кислородная пенящаяся маска для лица. Артикул 0857. Вещь-бомба. Пушка-ракета. Как сейчас говорят в рилсах в Инстаграм, если он к нам вернется. Классная штучка. Пенится, как мишка, наверное, скорее всего, как мишка. Дальше, мыло для рук. Раз, уже не буду говорить артикулы. Мыло для рук. Два. Вот это скажу, антибактериальный эффект. Классное мыло, очень классное по всем параметрам. Мне очень понравилось. 2717 артикул. Дальше, несмываемый мист-кондиционер. Тоже вам уже все уши про него прожужжало, поэтому 78-76. Действительно легкий, классный. Он идет как с кератином, восстанавливает волосики. Идет двухфазный, его нужно сбалтывать перед применением. И очень удобно таким вот образом вы его наносите. И он особо и не утяжеляет волосы, ничего. И имеет такой мягкий, сладкий, ухоженный, классный аромат. Так, это у меня упало средство для ногтей. Очень понравилось для ногтей, для кутикулы. Действительно ухаживает. Кутикулка мягкая, хорошенькая, супер. Ну вот артикула на упаковочке, к сожалению, нет. Но на сайте можно поискать. Классный, он тоже идет двухфазный, его тоже можно перемешивать и смазывать на каточке. Так, артикул я нашла, дорогие мои, 76-45. Тут идет куча всяких масел, он укрепляет, насыщает витаминами, стимулирует здоровый рост. Масло органы, жожоба, авокадо, миндаля. Таким вот образом он у меня тут находится. Прям обратите внимание на это маселка. Почему так? Потому что у меня есть такая вот кисточка. И я эту кисточку макаю и таким образом вот сюда наношу. Но сейчас пока, чтобы не замараться, я не буду эту конструкцию при вас применять. Потому что все тогда из рук будет валиться. Очень классный тонизирующий скраб-актив для тела, антицеллюлитный. Это старая версия. Я его дорасходую. Артикул 1237. Ну что ж, мои дорогие, с вами была Кунова Аня, проект Фаберлик Онлайн. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Буду рада быть вам полезной.